И сейчас у нас прямое включение из киевской администрации. Там находится моя коллега Инна Жмут. Инна, расскажи, что происходит сейчас у мэрии и в самой мэрии. Добрый вечер, Кристина. Буквально несколько минут назад мы вышли из здания киевской администрации, и вот что там происходит. Очень много мужчин отсыпаются, их товарищи говорят, набираются сил. В целом же мэрия живет привычной жизнью, неравнодушные, продолжают привозить теплую одежду, привозят еду. Мы поговорили с комендантами, они уверяют, что в случае прихода непрошенных гостей готовы, и вот что они нам рассказали. Прошу прямую речь. Тепер ми ще й думаємо про вікна, тому що вікна відкриті. У нас мирна була власне демонстрація, грубо кажучи. Корона перебуває в тонусі, там, скажімо, всі чоловіки йдуть на перший поверх, жінки залишаються на другому поверсі. На улице мы не увидели ни представителей милиции, ни Беркута. На пересечении улицы Крещатик и улицы Богдана Хмельницкого люди строят баррикаду. Туда притащили скамейки, туда же приносят снег и лед, которые счищают на площадке возле Киевской городской администрации. Люди нам сказали, что тоже за целый день встретили немного правоохранителей. И вот что нам сказали. Она имеет свои обязанности, я хочу сказать, ловить тех, что убивают людей, аварии, а она только тут крутится. Бачу, может, постояла 5 минут и поехала. В целом же сейчас на площадке перед киевской администрацией продолжается так называемый субботник. Люди активно чистят снег. Мы продолжаем здесь дежурить и следить за ситуацией в центре Киева. Кристина. Спасибо. Это была Инна Жмут с последними новостями у киевской администрации.